Сергей Есенин. «Сторона ль ты моя, сторона?» Читает Павел Беседин. «Сторона ль ты моя, сторона? Дождевое, осеннее олово в черной луже, продрогший фонарь отражает безгубую голову. Нет, уже лучше мне не смотреть. Чтобы вдруг не увидеть хужего, я на всю эту ржавую мреть буду щурить глаза и суживать. Так немного теплей и безбольней. Посмотри, меж скелетов домов, словно мельник несет колокольно медные мешки колоколов. Если голоден ты, будешь сытым. Коль несчастен, то веселый рад. Только лишний гляди открыто, мой земной неизвестный брат. Как подумал я, так и сделал. Но, увы, все одно и то ж, видно, слишком привыкло тело ощущать эту стужу и дрожь. Ну, да что же, ведь много прочих. Не один я в миру живой, а фонарь то мигнет, то захохочет безгубой своей головой, только сердце под ветхой одеждой шепчет мне, посетившему твердь. Друг мой, прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть. Смерть.